и есть много оглушений. Дремосел, все, он собрался с мыслями. Сушит шторма. Сейчас будет мановоид, будет больно. Да, а вот он, больно. Му не может найти себя, он до сих пор без БКБ. Му просто не может найти себя в драке. Он так и не купил Blackened Bar, он просто погиб. Не хватило денег, байбекнулся, погиб. 120 секунд в таверне без Blackened Bar. Да, и шторм. Одного артефакта не хватило, чтобы хоть что-то сделать в файте. И на 52-й минуте также примерно. Ой, а что с СФом? Плюха. Да. Это называется плюха. Вот это тоже, ой, да? Как жалко, Адра. На самом деле так жалко. А, нет, пожалуйста. Это два кора. Это два кора. Это первая, вторая позиция. Да, ну, двойной дэмэдж, перефарм сумасшедший. ГГ. И это... Ну вот, отбили немножечко от стада ФБЗ, пытается убить, залетает этот аппарат, очередная арена. Ну и тут очень мало игроков команды Force, погибает сейчас лайфстиллер, у него нет байбека. Также на подкоп посадили у нас Гибкого, Гибкий пытается как-то уйти, Дремосел за ним в погоню за Ванскором. Ванскор есть форстав, будет жить, Гибкого убивает тоже без байбека на 95 секунд. БЗЗ пытается хоть как-то уйти под Т4, уже Дремосел прыгает на Чуваша. Good game. Просто расстрелять бараки. Дефс очень сложно. Бабка таверны сидит еще 60 секунд. Расстреливает дальше. Трипл килл. Ускоряет Ника Бэби. Пошла погоня. Пытается расстрелять. Здесь еще и Езу. Езу. Ультракилл. И так, что игра подряд. Ну, Ника Бэби. Должен быть рэмпэдж. Есть рэмпэдж. Возможно, это не последний. Возможно, дабл рэмпэдж. Не-не-не. Летает. Ника Бэби. Ника Бэби. Ника Бэби. Ника Бэби. Пошел за дабл рэмпэджем.